4 декабря 2018 года в 17 часов 50 минут на 4-м километре автодороги Потьма-Барашево 50-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes-Benz, совершил наезд на вышедшего на проезжую часть пешехода 71 года рождения, жителя поселка Зубополяна, который двигался по проезжей части в попутном направлении по ходу движения автомашины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Светоотражающие элементы в одежде погибшего отсутствовали. Участок автодороги имеет две полосы движения в противоположных направлениях. Покрытие асфальта обработанное песко-соляной смесью. Недостатков улично-дорожной сети не выявлено. Татьяна Лябишева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.